shine like Nastya. Я хочу быть ученым. Давайте сделаем слайм. Блестки. Не получается. Давайте сделаем вулкан. Не получается. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А? Что случилось? Я никогда не стану ученым. Ты будешь хорошим ученым. Но для начала нужно выучить несколько правил. Правило номер один. Всегда следуй инструкциям. Нам понадобится стакан воды, краска, подсолнечное масло и шипучая таблетка, например, растворимый витамин С. Добавьте краску в воду, чтобы получить цвет, который вам нравится. Можно поэкспериментировать с разными цветами. Возьмите еще один стакан или бутылку и заполните его наполовину маслом. Постепенно заливайте приготовленную окрашенную воду в масло и смотрите, как она оседает. Это происходит потому, что вода тяжелее масла и поэтому они не смешиваются. В конце бросьте в стакан шипучую таблетку и смотрите, как она выделяет газ. Из-за этого поднимаются пузырьки, как в лава-шоу. Да, это работает. У-ху, у-ху. Правило номер два. Учи физику. Это орбизы. Что же внутри? Я не вижу, что внутри. Смотри, это магия. Для этого эксперимента нам понадобится прозрачный контейнер, вода, шарики Орбис и игрушка, которую мы спрячем внутри. Вау! Подготовьте контейнер, положите внутрь игрушку и заполните его уже выращенными шариками Орбис, так, чтобы игрушку не было видно. Вау! Затем налейте воду, и вы увидите свою игрушку внутри. Это происходит потому, что Орбисы на 95% состоят из воды. Покажите этот трюк своим друзьям и семье. Вау! Давай сделаем еще! Хорошо! Для этого эксперимента наполните пакет водой и завяжите его. Затем проткните пакет острым карандашом и увидите, что вода из него совсем не выливается. Можно я попробую? Да. Это происходит потому, что пакет очень эластичный. Когда мы протыкаем пакет, маленькая дырочка расширяется, и пакет растягивается. Пакет растягивается и плотно прилегает к карандашу, не давая воде вытечь. Правило номер три. Творите и придумывайте идеи. Готовы? Да! Ты можешь меня научить? Ага. Возьмите салфетки, фломастеры и тарелку с небольшим количеством воды. Нарисуйте контуры картинки на верхнем слое салфетки. И раскрасьте нижний слой нужным вам цветом. Затем опустите салфетку в воду, и начнется магия. Хорошая работа. Влажная салфетка впитает краску из обоих слоев. И вы увидите свой рисунок в лучшем виде. Удивите своих друзей этим фокусом. Да! Правило номер четыре. Изучайте химию, но не проводите опасных экспериментов без наблюдения взрослых. Thank you.
Пока-пока!